Что у нас тут такое огромное? Это... Лего! Это не Лего, это Плеймобиль. Бабушка подарила нам такой необыкновенный подарок, который Даня сам себе выбрал. И это набор... Да, Даниэлю 4 года, Даниэль выбрал себе игрушку, а бабушка ее подарила. Это Плеймобиль Пираты. Ну что, мы будем ее открывать? Давай. Это у нас такой корабль, на котором есть дракон, огнедышащий красный. Вот, в наборе вроде... Много оружия. Ну да, о, так тут оружие, лопата. Саперская лопатка. Самое интересное, это, конечно же, сундуки с золотом, из-за чего Даниэль выбрал эту коробку. Дань, золото настоящее или нет? Да. Конечно, настоящее, как же по-другому. Вот. А вот же сама установка. Ну вот, что делает эта установка? Плавает по воде. Отлично, она управляет кораблем, чтобы он плавал по воде. Ну и в комплекте у нас 3 человечка. Какой-то юнка, какой-то супер пират. Вот. И одноглазный пират в штанишках смешных. Это американский, это комбо. Так, сейчас папа все это дело откроет. Вау! Ничего себе размерчик! Это огромный все-таки корабль! Золото. Даня, папа сказал аккуратно, значит аккуратно, пожалуйста. Так, теперь в комплекте ко всем этим товарищам у нас идет плащ. Я так думаю, что это все-таки капитан. А ну, сейчас примерим. На шею одевается капитан плащик. Оп! Ха! И сразу, если у тебя есть плащ и специальная шапка, ты становишься кем? Капитаном огромного корабля. Так, а если у тебя есть еще и сабля, так у тебя есть еще есть оружие, орудие управлять шайкой. Шайкой-лейкой, которая не всегда... Я собрал! А вот Даниэль собрал у нас сундук с золотом. Вот, и пират требует у Даниэля свое золото. Эй, Даниэль, отдай мне свое золото, я хочу посмотреть на него. Что ответит Даниэль? А, это вот набор съемной одежды или что это такое? Это набор съемной одежды. Таких можно раздевать и переодевать всех. Ряд у нас еще будет, опа, с фонариком. Он ходит такой с фонариком. Мое золото. Отдай, а то порублю. На мясо. На капусту. На салат. Ну отдай золото. Ну отдай золото. Тебе что, жалко? Нет, это мое. Это твое. Вот у кого-то есть еще такая шапочка. Интересно, кому это можно такую шапочку одеть? Интересно. Больше у нас человечков нет, но вот съемная им одежка есть. Вот, а это... А, я знаю, что это такое. Это специальные крюки, которые нужны, когда пираты идут на абордаж. Красавчик. Крюк. Ой, крюк не одевается. Ой, не одевается. Значит, не отсюда. Ладно, значит, мы ему дадим меч. Оп. Так, вот такой меч. А, они могут драться. Вот их и так поставили. Так, надо второму ружье дать. Ружье. А, это принц. Странный принц в этом. А это откуда у него корона на голове? Он точно принц? Или какой-то проходимец? Ну, наверное, какой-то все-таки проходимец. Ну, мне тут кажется, что он проходимец. Ладно, мы дадим ему ружье, чтобы он зря не прохаживался. Вот, и если что, вот два пистолета. О, вот очень классно получилось. Тут у него ремень такой сзади, и в этот ремень вставляется пистолетик. Вот я вставила ему такой клевый пистолетик. Папа, нет. Вот у нас такой тут совершенно непростой сундук. Вот его открыть вот так вот нереально.
Ну, вот реально я уже открыла. Потому что вот, вот так вот нереально. Но если сдвинуть... Вот у нас тут ключика нету, мы искали. Но оказалось, что можно вот так вот сдвинуть, и тогда он легко открывается. И там внутри что, Данька? Золото! Золото, настоящее золото! И много там золота? Да. Да. Там столько золота, что можно... Мало, потому что я потерял... Ну, ничего, что... А Даниэль тем временем у нас открыл мачты. Мы сейчас будем устанавливать мачты. Опа, первая мачта пошла. Смотри, это главная мачта. Сколько большая мачта? Да! Мне не надо прикрепить разные. Да, да, это ты повесил одного пирата. Да. А кого пирата можно? Ну, это же цель всей игры, отловить всех пиратов и повесить их. Такой у нас классный парус вот с дырками. Данька, мы тут тебя видим. Эй, Дань, ты где? Вот ты где? Вот в парус попала такая вот, пушка попала в парус, ядро попало. Вот, но мы все равно тебя видим. А ну, он так. Вот, вот так, ну, вот так закрепили тут все, сейчас мы будем уже вешать наш парус. То есть папа все сделает. Папа... Мы сейчас будем крепить паруса. Вот, смотри, здесь тоже надо сделать дырку. Да. Вешаем парус? Смотри. Да. Вот это вешается сюда. Так. Да. Вешалочка. Вот это вешается сюда. Да. Это вешается так. Все-таки папа все сделал. У нас получился вот такой вот отличный, совершенно необыкновенный корабль. Можно я свистелю? Ну давай, выстрелим, выстрелим. Я не вмешу. Да, я все, я сделаю, сейчас Даниэлю дам. Держи, Данька. Пожалуйста. Куда он будет стрелять? Ну, в корабль, конечно. Мы сделали наш пиратский корабль, и у нас получился совершенно необыкновенный корабль. Данька, может, ты расскажешь, что у нас получился? Он такой большой-большой. Да, большой-большой. Ну, он еще не готов. Он еще не совсем готов. Вот у нас сундук с золотом. Мы его поставим в сам корабль. Вот. Здесь у нас стоит, вот пират стоит. Вот стоит за штурвалом еще один пират, он управляет. А вот стоит король пиратов, он кричит. Эге-гей, на абордаж, на абордаж. Ой, что-то он упал. Вот. И они, да, и они могут стрелять из пушек. А он падает, потому что он на одной ноге. Да. Танька, тебе понравилась игрушка? Да, меня паяша. Тебе понравилась игрушка? Она у нас такая большая-большая получилась. Вот к тебе поплыл корабль пиратский. Да, он уже не готов, потому что две больших детали. Две больших детали, да. Тут еще в комплекте есть две больших детали, но мы пока не готовы запускать их. Ну-ка, наш корабль оказывается на дистанционном управлении, и его можно запускать по водичке. Ну, мы пока не готовы, поэтому, когда мы будем готовы, тогда мы покажем следующее видео, как мы запускаем наш кораблик. Сюда! Так, пушка! Даниэль сейчас нажмет на пушку, и она выстрелит. Вот, пушки очень классно стреляют. Нажимаешь на кнопочку, и она вылетает. Туф. Ого-го, как далеко вылетела! Одноглазый Джо стоит, управляет кораблем. А тут у них еще тоже сундучок. В сундучке спрятано золото. А в трюме? Что спрятано в трюме? В трюме тоже что-то спрятано. А здесь у нас будет лежать оружие. Вот здесь лежит специальное оружие. Его можно, опа, и закрыть. И никто не будет знать, что там оружие. А если пираты устанут, то можно просто сесть, ой, и посидеть. Ну, можно посидеть. Вот он устал и решил сесть на скамеечке посидеть. Мама, золото! Вот, Данька нашел сундук с золотом. Я нашел. Даня, сколько там золота? Много. Много. Я думаю, там 100 тысяч миллионов. Скажи. Да. Можно купить много-много плеймобилей. Много-много плеймобилей. Спрятал золото. Покажи. Вот сюда. В трюм? Да. Ты высыпал все золото в трюм? А ну покажи.
открывай трюм, покажи, есть там золото или нет. Есть. Золото. Так ты убрал бочку, да? Бочка, да, убрал. Вот была бочка с вином. Вот. Или с водой. Вот ее убрал, поставил. С водой. С водой. Ну хорошо, пусть стоит здесь бочка. В нее можно сложить оружие. Ой, чуть-то он упал совсем. Что ты упал совсем? Да? Ну а теперь говори всем пока-пока. Всем пока. Нет, до счёта и подпишись. Хорошо.